Hi guys, welcome back to Junris Vlog the Reaction. For today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see in my thumbnail, is Macron is in shock. Putin stunned the French president. And credit to the honor also with the video to politics today. Russia, USA, Ukraine. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button. Click on notification bell so that you'll be updated on your future uploads. And if you have some comments and suggestions related to any video, especially like for president or Russian video, Russian song, or whatever it is that are related to Russian video that you can suggest, drop it in my section. I would love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys, because once President Putin will tackle about like the politics, the economics and politics of Russia, you will love to listen with him, because there is something that he can say, anything he can say in a good way about Russia politics and then the economic also. And let's listen with these two presidents facing with each other and talking with each other about the politics or whatever it is that we can watch on this video. And I would love to listen with you at the comment section, what are your thoughts meeting. And please turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or whatever language that you want to enjoy and understand with. Enjoy with this one, guys. Let's go. Касается вопроса безопасности, я хотел бы заверить Владимира, что я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия, которая сама по себе может защищать страну, но у меня есть определенные обязательства в отношении других европейских союзников, и я думаю, что такая архитектура европейской безопасности, о которой я вот только что говорил, это наша ответственность. Но в любом случае мы не будем поворачиваться спиной нигде, и это нельзя сделать в ущерб другим государствам Европы, с другой стороны. Я думаю, что таким образом мы можем действовать, так что я не боюсь, и я хочу выполнять свою ответственность. Жалко. Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства. Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И во всяком случае, все, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы не было никаких новых угроз. Вот мне кажется, думать нужно вот в этом направлении. Конечно, бояться не нужно, но и практика-то ведь уже накапливается. Смотрите, вот мы сейчас вокруг Ирана все крутимся. Wow. Ведь была же практика уже применения американских санкций в отношении европейских экономических операторов. 9, по-моему, миллиардов. Париба, французский банк, Deutsche Bank, как раз за нарушение односторонних санкций. Really? Да, и что? И заплатили, как миленькие. И, значит, по японскому банку тоже самое прошлись. Ну, вот с этим right. Надо заканчивать. Вот это неприемлемо. Вот о чем речь. Ну, и а если так будет дальше продолжаться? Ну чего здесь хорошего? Это разрушает Correct. Существующий миропорядок. Вот мы должны и с американскими нашими партнерами все-таки договориться о каких-то единых правилах поведения. Это чрезвычайно важно, потому что это как раз и есть то, что лежит в основе нашего сегодняшнего обсуждения – доверие. Либо оно есть, либо нет. И если его нет, то тогда ничего хорошего вообще не получится. Тогда действительно, как я говорил, выступая, кроме элемента силы в международных делах ничего не останется. А это может привести к трагедии. Просто в конце концов. Вы смотрите, nice. Мы сегодня вспоминали о спорте. И мой хороший друг, господин премьер-министр, он представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Oh. Это плохой сценарий. А вдруг мы проиграем? Это беда-то какая будет? Понимаете? Невозможно себе представить. Но дело совершенно не в этом. Дело совершенно не в этом. А дело в том, что складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо.
Вот интересная игра какая получается. Это совсем и не футбол, не дзюдо. For me, he was impressed the way how это Putin. Просто хаос. Вот мы, просто, вот мы куда движемся и что нас беспокоит. И дело даже не в результатах применения так называемых санкций, ограничений, а то, что здесь присутствуют люди, которые чувствуют, что это такое, понимают, что это такое, сталкиваются с тем, что это такое. Да, здесь подавляющее большинство уже, потому что вот эта санкционная дубинка, как здесь уже прозвучало, она все чаще и чаще применяется не только в отношении России. Хорошо это или плохо? Это преодолимо или нет? Ну, конечно, российская экономика явно стабилизировалась, несмотря на сразу двойные и тройные удары, связанные с падением цен на наши традиционные товары экспортной группы, на энергоносители, там, на металлы в свое время, там, на химию, плюс еще санкционное давление. Все это вместе свалилось. Но мы смогли пройти через этот путь и даже, больше того, в известной степени укрепили свою экономику. О чем сегодня я очень благодарен Кристине. Она сказала по поводу того, что считает положительным в развитии российской экономики, в том числе макроэкономическую составляющую российской экономики. Но убытки-то есть у всех все равно. Во-первых. А во-вторых, это все-таки сдерживает развитие. Во всяком случае, ограничения не так или иначе сдерживают. Наши предприятия не могут перекредитовываться в полном объеме на мировых рынках и так далее. Это ведет к ограничениям. На каком-то этапе. Потом все равно осуществляется прорыв, находятся пути решения проблем, и все встает как бы на свои места. Поэтому в конечном итоге вот такая политика смысла не имеет никакого. Ни экономического, ни политического, ни военного. Что касается военного, я уже сказал об этом. Одна из причин вот этого попыток сдерживания России как раз не допустить развития оборонных технологий. Ну вот мы совсем недавно показали, мы многих наших партнеров уже в этих оборонных технологиях обогнали, несмотря на вот эти санкционные режимы. Поэтому это бессмысленно, но вредно. И у нас здесь эксперты вспоминают, и на Западе тоже вспоминают мое выступление, допустим, в Мюнхене в 2005 году, когда я говорил о недопустимости придания экстерриториального характера правовым нормам одного государства, в данном случае Соединенных Штатов. Тогда на меня многие рассердились и в Штатах, и в Европе. Ну, я как раз именно об этом и предупреждал. А вот теперь, пожалуйста, это расцветает. Будьте любезны, пожалуйста, кушать подано. Ну, нужно... Мне кажется, если мы будем внимательно будем анализировать то, что происходит, и своевременно реагировать, то меньше будет вот таких проблем. Так вот, мы поддерживали все, что вырабатывалось международным сообществом для того, чтобы убедить иранских партнеров выйти на известные договоренности. Надо отдать им должное, они пошли на многие компромиссы, иранцы. И сегодня все свои обязательства выполняют. Я совсем недавно встречался с директором МАГАТЭ, уважаемый человек, уважаемая организация, которой все мы доверяем. И он мне еще раз сказал, что по данным МАГАТЭ, Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства. Ну, за что же их наказывать? Я вот этого не понимаю. Поэтому вот это первая часть. А вторая, что произойдет, если эта сделка будет разрушена? Будет ли это кому-то выгодно? Пойдет ли это на пользу мировому сообществу и региону? Будут ли чувствовать себя в безопасности страны региона, включая Израиль, с которым у нас очень добрые отношения? Вот совсем недавно господин Нетаньяху приезжал в Москву и, более того, участвовал в мероприятиях по поводу Дня Победы над нацизмом. Прошел с фотографией одного из героев Второй мировой войны по Красной площади вместе с нами. Это просто уникальный жест на наших добрых доверительных отношений. Но будет ли это лучше для Израиля, если Иран выйдет из этой сделки? Или его заставят вытолкнуть из этой сделки? Тогда ядерная деятельность Ирана вообще будет непонятна никому.
мы не будем знать, что там происходит. Какие right. риски тогда возникнут? Мы, смотрите, еще с Северной Кореей не можем разобраться. Там проблема на проблеме. Wow. I was so impressed. This is I really like with the presidents meeting with each other and talking about their country. Macron, the French president, and Putin, the Russian president. I like Macron was so impressed the stories about how Russia was developed and how Russia was like having this such amazing things, and that's so incredible. I was so impressed the way when Putin opening his mouth and the way how he just talked, and I just so impressed. I just like thinking of how this guy is like, this is a person that involves in everything, that he really wants to know of what really happening in his country, and especially with what in his like military of the economic growth and talking, like, because when someone asks and he can answer it so eloquently and so brilliant, and that's so amazing of how this president, of how this political leaders handled in their country and speaks in their mind, and that's truly incredible, because you really know what is really happening in your country and you can really defend with it, and that's fantastic about Putin. The speech of 2018, but in terms of relevance in the irony today, is superb. Macron, the French president, clapped his eyes like schoolboy to the irony of the BVP. We play in the football according to the rules of judo. That's so nice. Gorgeous speech in the steps with the events of 2021. And our handsome man sits and smiles. He knows more than Macron. That's why we respect, like, Vladimir Putin, the Russian president. He has an answer and reply for everything. And well done for such an amazing, nice speech also. Because salute and respect from here in the Philippines. Vladimir Putin is such a strong, brilliant, amazing president all the way from Russia. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you have some additional information and thoughts with regards to this video, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and subscribe also to my channel. This is Junris Vlogadag React saying stay humble, so positive guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privet, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless, and see you in my next video reaction.